Ребятки, ну что, и благодаря чему мы вам делаем абсолютно оригинальную съемку. Мало кто это может себе позволить, а мы себе можем. Почему? Ну потому что очень сильно дружим с Автоградом, и потому что Автоград нам предоставляет такую возможность ездить на мотоцикле, который, я скажу вам так, ребята, это мотоцикл моей мечты. Это Kawasaki Z750. И он сейчас есть в городе, абсолютно новый. Здесь 4-цилиндровый, 16-клапанный, мой любимый двигатель. Я об этом мечтал, я в детстве читал. У меня был такой журнал, ну, «Эхопланета». И вот там про гонки Париж-Лиман говорилось. Там, правда, гоняет на 1,2 литра. Но ощущение, да ощущение вы можете и те же сорвать вот на этом агрегате. Что здесь есть? Как я уже сказал, 4-цилиндровый, почти автомобильный двигатель, но это не автомобильный двигатель. Так вот, свои крутящие моменты, а именно 76 ньютонов, он развивает при 4000 оборотах в минуту. А свои 106 лошадиных сил, это при десятке. И до красной зоны, между прочим, еще хватает. Что можно на нем? Да можно гонять, здесь нету лишнего обвеса. Здесь, между прочим, система ABS стоит. Да, кроме ABS. Здесь двойные передние суппорта с двухцилиндровыми поршнями. И задние, тоже дисковый, разумеется, тормоз. Как мотоцикл управляется и для чего он предназначен? Ну, управляется, вот смотрите, я давненько уже не ездил, последний раз ездил на скутере, а сейчас подо мной 106 кобыл. И удовольствие у меня выше крыши. И еду я, да без вопросов, хочу ли я кого-то прокатить? Ну да. Страшно ли мне? А вот и нет. Потому как отличная техника, отличная и надежная. Ну, кстати, можно и более демократичный выбрать. Я-то выбрал самый крутой, конечно, Z750. Что же, Леша-то себя обидит, что ли? Да нет, никогда. Сколько мотоцикл стоит и есть ли кредитная программа? Ну, мотоцикл стоит в данной конкретной комплектации 295 тысяч рублей, кстати. Ехать никуда не надо, заказывать не надо. Из Японии, да не надо. Мотоцикл вот с оригинальным пробегом, а его и нету, потому что... Ну, новый мотоцикл. Разумеется, гарантия, разумеется... Есть и система кредитования. Можете ли себе такое позволить? Ну, конечно, можете, только сначала поимейте категорию А. Советую вам попробовать. И для себя лично, я, наверное, своей жене скажу так. Если я тебе как-то приобрел джип, то, может быть, ты мне любимое приобретешь. Ну, такой скромный, вполне такой доступный, бюджетный вариант. Всего-то за 295. А что, слабо?